Всем привет! Меня зовут Соня, и сегодня мы с вами приготовим фруктовый салат. Точнее, не фруктовый, а фруктово-ягодный. А вот вы знали, что банан – это ягода? А для этого нам понадобится 2 яблока, груша, 2 банана и киви. А все это мы будем заправлять йогуртом. Итак, начнем. Берем грушу, отрезаем хвостик, режем пополам, а дальше как вам удобнее. Ребята, помните, то, что с острыми предметами нужно обращаться очень осторожно. А вы знали, что в груше содержится природный фосфор и кальций, что помогает укреплять наши зубы? Грушу мы нарезали, отправляем ее в миску. Ребята, помните, то, что свое рабочее место нужно держать в чистоте. Теперь очередь яблок. Режем их на 2 дольки. И режем кубиками. Ребята, я знала, что в Великобритании есть День яблок. Он отмечается 21 октября. Яблоко мы нарезали, отправляем его вслед за грушей. А теперь очередь мистера киви. Очищаем шкурку, как картошку. Ребята, вы не поверите, киви на 84% состоит из воды, что заметно при резке. Киви мы отправляем в миску. Дальше переходим к бананам. Вот что я еще узнала про банан. В нем содержится большое количество витаминов В6, что способствует хорошему настроению. Очищаем банан от кожуры. И нарезаем кружочками. Ну и, конечно, банан мы отправляем в миску. Фрукты мы нарезали, осталось добавить йогурт. Мне кажется, мало йогурта, поэтому я добавлю еще, чтобы было вкуснее. Мешаем аккуратно, чтобы наши фрукты не убежали. Ну вот и все, наш фруктово-ягодный салат готов. Попробуйте приготовить его сами, ведь он не может не получиться, если фрукты и йогурт сами по себе очень вкусные. На этом у меня все. До вкусных встреч!